Сегодня вечером будет прямой эфир на Одесской епархии, где я буду бороться с атеистами ковида. И хочу сразу так анонсировать для своего внутреннего круга людей, что я только что ездил со скорой помощью. Сейчас мы едем на обед небольшой с Филиппом. И опять продолжим. Мы подготавливаем такой материал, который человека, людей должно заставить просто понять все, насколько серьезно. Мы только что спасали бабулю, которая задыхалась у меня на руках, которая помогала спускать с 5-го этажа. И бедные врачи, которые приезжают, они не обладают такими супер физическими способностями, чтобы тарабанить людей с 5-го этажа. И какой-то тяжелый труд, рискованный. Люди попадают в пекло, где люди болеют ковидом непонятно вообще, штамма, да, то есть, что это за сильный, слабый он. В костюме я пробыл где-то 4 часа, просто с меня вылилось ведро воды, потому что он не дышит. Состояние такое, когда у тебя человек задыхается, люди, вы не представляете, насколько это все серьезно. И сегодня вечером эфир, я расскажу поподробнее много чего, так что приходите к нам 22:20, Одесская епархия, посмотрим, обсудим все более детально.